Силы иранского режима нанесли очередной ракетный удар по иракскому Курдистану. Об этом сообщило иракское агентство ИНА со ссылкой на свои источники. По данным издания ИНА и Шафак, по целям было выпущено от 20 до 50 ракет. Сообщается, что целью атаки стали штаб-квартиры курдских партий в провинциях Эрбиль и Сулеймания. Тегеран обвиняет их в поддержке демонстраций против режима в республике Му. По данным агентства, в результате ракетного обстрела один человек погиб и 8 получили ранения. Кроме того, иранские военные атаковали лагерь беженцев в городе Багирка в провинции Эрбиль. В здании американского консульства в Эрбиле сработала воздушная тревога. Следует отметить, что вооруженные силы Ирана начали наносить удары по базирующимся в Ираке курдским формированиям в сентябре. Поводом стали попытки этих сил дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике.